сейчас начнется полет, если вообще что-то слышно. Вот. Дальше будет только одно видео. Полет только начался. Сейчас пролетаем на трассу М5. Дома. Вдалеке виден аэропорт. Это поля для игры в гольф. Их в Сиднее очень много. Сейчас пролетаем над районом Мурпарк. Первое поле для игры в крикет. А второе — Энзак стадион. Здесь уже виден центр города. Вот этот вот район называется Вулумулу. И там находится австралийский порт с военными кораблями. Это видно Сиднейский залив. Мы видим сначала Дабл Бэй, потом чуть выше Роуз Бэй и посередине Шарк Айленд. Тут все просто и понятно. Слева Опера Хаус, справа мост, впереди центр города. Чуть выше от эстакады это Волж Бэй. А слева вот начинается центр города. Это внизу заливчик, называется Circle Quay. Вот виден Кларк Айсленд, а чуть дальше такой островок, это защитная крепость. Вот сейчас по центру Таронга Зу, самый знаменитый зоопарк. А вот этот полуостров называется Брэдлис Хэд. Сейчас вид опять на залив. Слева полуостров полностью называется Мосман. А он в конце справа виднеется, называется Мэнли. Здесь очень считается дорогой район. Маленький заливчик слева называется Little Sirius Cove. Это называется пляж Мэнли. А вот это вот вход в Сиднейскую бухту. То есть посередине выход уже в Тихий океан. Сейчас мы пролетаем над Мосманом. Вдалеке видно Сити. Вот это вот виднеется Хантерс Бэй. Вот это вот Сиднейский такой залив. Вот этот вверху пляж Мэнли. А вот этот внизу называется Queen's Cliff Bay. Видно, там люди живут недалеко от пляжа. Сейчас пролетаем над очень дорогим районом, называется Ваклюз. Вот видны Роуз Бэй, Дабл Бэй и дальше уже город. Но сейчас мы видим самый знаменитый, самый популярный, самый туристический пляж Бандай. На нем всегда тусуется куча народа и куча серферов. Вот этот тоже очень классный пляж. Называется Куджи, находится тоже недалеко от Бандая. А вот этот пляж называется Марубра. Находится он немного южнее пляжа Куджи, который южнее пляжа Бандай. Это Сиднейский грузовой порт Сиднея. Сюда прибывают большие грузоподъемные корабли, в основном с Китая. Вот видно, сюда заходят они в эти доки, разгружаются. Вот эти миллионы контейнеров, краны и вот железная дорога. А это Сиднейский аэропорт, который находится в заливе Ботани Бэй. Называется Кингсфорд Смит. Наше путешествие подходит к концу. Летим обратно уже на базу. Я надеюсь, что я смог показать немножко Сиднея с вот этим птичьего полета. Показать Сиднейский мост, Сиднейский Опера Хаус, залив, Сиднейский Сити. Ну и, конечно же, Сиднейские знаменитые пляжи.
Если вам это понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Пока!